иногда спрашиваем, она удовлетворяет, кстати, наши потребности. В машинах, которые, ну, скажем так, украшают наши серые будни. Есть и такие машины. Ну, это Japon Car, мы обратились бы. Да, что-нибудь серьезное, веселое. Кто город Магнитогорск устал, наверное, от постоянного появления Порша. Ну, такого экологического. Есть и другие машины. Вот такие, допустим, Toyota Altezza. Который привез Japon Car. И такую машину купить можно, кстати, только в Японии. Хотя снаружи она очень сильно походит на Lexus IS 250. Но в отличие от Lexus IS 250, ничего тогда в сравнении, это та же самая машина, собственно говоря. Так вот, в отличие от Lexus IS 250, здесь стоит двухлитровый двигатель, такой скромный. И вы получаете удовольствие от управления заднеприводным автомобилем, который вот так умеет ездить. Почему этот автомобиль умеет так ездить? Да, на автомате. Но здесь стоит автомат, скажем так, Tiptronic. Управляемый. И вы можете сами в ручном режиме задать скорость, с которой вы хотите, точнее задать ускорение, с которым вы хотите ехать. Хотите очень быстро ускориться? Пожалуйста. Хотите ехать плавно и не заморачиваться, да просто драйв перевели и все, даже не думайте. Но если вы хотите себя почувствовать драйвером, то это только вот в этом режиме. Я сейчас активизировал, точнее, выключил все системы. И вот, скажем так, двухлитровый двигатель, да? Так, все, готовимся, переводим в этот режим. Сейчас нашелка. Вот, начнем мы вот так. Приготовились. Japon Car на Polo 12 вам показывает эти машинки. Здесь с нами, кстати. Ну все. Выключили систему трекинг контрола, вставили автомат в режим. И, так скажем, более мускулистый. Фух. Ну давайте. Давайте сейчас попробуем уложить стрелочку спидометра. На Toyota Altezza. И сколько времени займет? Вот сейчас скорость уже 120, да? Так. А вот сейчас скорость уже 150. И на этом прекрасно выполненном круглом дисплее, никогда этого не делайте, который, ну так, переваливает за 160. Мы ускоряемся. И упираемся в ограничитель. На маленькой неплохой скорости, 180 км в час. Все. Электроника нам сказала, это, пацаны, харе. Но электроника вам не говорит, не ограничивает вас в возможностях покупать такие машинки. Для этого, ну, сэкономив кучу денег, если вы хотите купить, пожалуйста, Porsche, вы можете, конечно, потратить свои родные 180 тысяч евро. Если такого нет, а удовольствие хочется, тогда берем, ну, сумму небольшую, 450 тысяч, едем в Japon Car. Да, машина не самая дешевая, и двигатель тут не самый слабенький, и потому что он комплектуется, скажем так, башкой Ю под Yamaha. Так вот, этими головами комплектовались также и мои любимые Ford Taurus. Буду пересчитать тот фарш для 2001 года. Но я искренне удивился, как японцы выглядели 7-6 лет назад. Что сейчас, это мы увидим через 2-3 года.